Всем привет! Вы смотрите канал Данила Куреша, и это 29-й выпуск информационной программы «Новости Apple». Итак, поехали! Партнер выпуска – сеть магазинов официальной техники Apple iStudio. Как сообщает китайский ресурс G4 Games со ссылкой на источники среди поставщиков комплектующих, телефон iPhone следующего поколения получит новую технологию работы экрана. По данным издания, сенсорные панели для iPhone 6 будут созданы по технологии On-Cell Touch, и два производителя LG Display и Japan Display в настоящее время работают над ними. В сети появился предварительный видеообзор нового смартфона Apple под авторством блогера Detroit Borg. Характерная особенность ролика, который показывает особенности грядущего смартфона – высокое качество съемки. Видео сняли в расширении 4K. Apple тестирует новую прошивку для мобильных устройств компании, сообщает MacRumors. В логах техноблога появились свидетельства существования гаджетов под управлением iOS 7.1. С них заходят на ресурс разработчики из разных офисов Apple на территории США. Apple официально подтвердила, что презентация новых продуктов в рамках ежегодной конференции разработчиков WWDC пройдет 2 июня 2014 года в выставочном комплексе Moscone West Сан-Франциско. Информация об этом появилась в официальном приложении WWDC для iOS. Мероприятие начнется в 21:00 по московскому времени. Также трансляцию WWDC вы сможете посмотреть на канале Денис Фокс. Там совместно с моим каналом мы обсудим новые новинки. Видеоблогер Дом Эспосито решил проверить, как будет выглядеть операционная система и приложение на экране iPhone 6. При помощи 4,7-дюймового смартфона Motorola Moto X он оживил макет нового флагмана, запустив на нем специально созданный видеоклип. Таким образом можно посмотреть на операционную систему на 4 и на 4,7-дюймовом экране. В сеть просочили шпионские изображения, на которых можно увидеть деталь iPhone 6, не показывающуюся ранее – панель подсветки для ЖК-дисплея смартфона. Снимки опубликовал французский ресурс Nowhere Else. На просторах китайского сервиса микроблогов Weibo засветились фотографии алюминиевой формы iPhone 6, используемой для производства чехлов, защитных пленок и других аксессуаров для смартфона. Об этом сообщает в пятницу MacRumors. А на этом 29-й выпуск информационной программы «Новости Apple» подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!